Пусть вам мечтается красивые идеи, пусть мысли исцеления окружат, пусть будут в сердце вашем устремления, которые до Бога долетят, и пусть от них сгорает скверна, счастливей сложится судьба. Пусть очищается пространство для лучшей жизни здесь и навсегда. Двадцать пятого декабря, день Спиридона, поминает святого отца Спиридона Тримифунтского. Он жил на территории Кипра в 3-4 веках, вел чистую и богоугодную жизнь, подражая Давиду в кротости, Иакову в сердечной простоте и Аврааму в любви к странникам. За это был награжден целительским даром, мог изгонять бесов. После смерти супруги Спиридон стал епископом города Тримифунта на Кипре. Однажды случилась продолжительная засуха. Спиридон с помощью молитвы вызвал дожди. На Руси этот день называли переворотом. Солнце поворачивается на лето, день идет на прибыль. Говорили, что Спиридон поворачивает солнце так, чтобы оно не скрылось от людей. Сегодня запрещалось работать, но можно было гадать. Например, наблюдали за ветром и делали выводы. Если он менял направление в течение дня, это к урожайному году. Сегодня делали такой обряд. После солнцеворота хозяйка втыкала серп в притолку, а хозяин в это время вклинивал топор в порог. Делали это для того, чтобы защитить жильцов и сверху, и с порога от нечисти. Сегодня кормили кур из правого рукава. Считалось, что так они будут лучше нестись. Дни солнцеворота считались опасными, поскольку происходила борьба между светом и тьмой. В дневное время сегодня можно было развлекаться, слепить снеговика, поиграть в снежки, покататься на санях. Приметы. На день Спиридона солнцеворота солнце пошло на лето, зима на мороз, а ночи на убыль. Этот день определяет характер погоды всей зимы. Если на Спиридона светло и ясно, Новый год будет морозным и тихим. Если хмуро и на деревьях нависает иней, пасмурным и ветреным. Если воробьи сегодня в гнезда тащат пух, это к сильным морозам. Если сегодня солнышко играет, то святки будут солнечными. При ангине можно поступать иным образом. Надо взять 2-3 ломтика лимона, очищенные от кожицы, и положить их на язык поближе к горлу, то есть к миндалинам. Некоторое время подержать их во рту, а после проглотить. И так делать через каждый час. Обычно через 3-4 раза наступает облегчение. Есть особый день в году. Наступает темноту. Новым годом он зовется и всех людей дает. Шелестят конфет обертки, там мандарин стоит, и наряженная елка огоньками нас манит. Эй, веселись, народ, наступает новый год. Он врачу нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый год. Снова детство к нам вернулось, волшебства мы жадно ждем, и почеканье бокалом ходит счастьем в каждый дом. Эй, веселись, народ, наступает новый год. Эй, он что нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый год. Так и спи, дружок сердечный, наливай бокал скорей, загадай свое желание и под звон курорта пей. Веселись, народ, наступает новый год. Что нам
несет, он подарки раздает. Разве любовь несет, это новый год. Бам-б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 ам